В Магадане предъявили обвинение убийце молодого врача. Медик пытался спасти людей. В региональном управлении Следственного комитета завершили расследование уголовного дела, возбужденного в конце декабря 2019 года по факту убийства мужчины у гаражного бокса в районе предприятия «Глут». Напомним, в салоне автомобиля было обнаружено тело 36-летнего погибшего с огнестрельной раной туловища. По версии следствия, компания мужчин проводила время в частном гараже. Один из гостей в состоянии подпития стал конфликтовать. Приятели выпроводили мужчину домой. А затем участники застолья по телефону попросили своего знакомого развести гостей. Им оказался магаданский врач Андрей Ким. В это время обвиняемый съездил домой, вооружился охотничьим ружьем и вернулся к гаражу, чтобы отомстить приятелям. Открыв дверь ворот, он выстрелил в своих знакомых и подъехавшего на машине врача. Действия погибшего, который направил свой автомобиль в сторону обвиняемого, в момент, когда тот производил выстрелы, находившиеся в гараже людей, расценены следствием как выполнение им общественного долга по пресечению преступления. В настоящее время по уголовному делу выполняются требования статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику для ознакомления. Убийце молодого врача грозит 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.